Всем привет, на связи Умак. Сейчас покажу, что сделано в игре последнего в процессе переезда с Java на Rust и добавлением сетевого режима. Кстати, сегодня я таки добрался до шейдеров и сделал симпатичные пульки, как мне кажется. Теперь это не просто пиксели, а чем-то похоже на какие-то светящиеся искры или трассеры, но, по-моему, это выглядит красиво для дробовика, в том числе даже и для автомата, который будет стрелять не дробью, а одиночными пулями поочередно. Они будут более какие-то яркие, наверное, и прикольно будет выглядеть. Физика также работает, и работает это все и с мультиплеером. Сейчас давайте попробую это показать. Запускаем сервер. У нас появился, сразу же запускаем клиент. Сейчас разделю на два экрана, чтобы было удобнее наблюдать за этим. Итак, значит, слева у меня сервер, сейчас я управляю сервером. Пули полностью синхронизированы. Давайте попробуем наспавнить немного противников, ботов. Можно спавнить их большое количество. Хотя пока это не столько противники, сколько просто как какие-то болванчики, которые ходят по разным сторонам и никак вас не атакуют. Но физика, тем не менее, с ними полностью работает. Вот так вот можно их толкать, можно их гасить, они будут подыхать. И все это работает сетью. Сейчас я переключился на клиента справа, который... И также могу полностью им управлять и гасить противников. Тестировал я это только локально, и мне интересно, как себя поведет все при условиях реального интернета и с повышенным количеством игроков. Ну, хотя бы с четырьмя, например, потестировать с друзьями, с большим количеством ботов, как игра себя проявит. Но похоже на то, что основа, она все-таки крепнет и растет, и постепенно можно будет нанизывать сюда полноценные фичи, как разное оружие, бонусы, виды противников, которые вас будут атаковать, уровни, которые надо проходить. Визуальные эффекты, конечно же, звуки, чтобы все выглядело красиво, сочно и приятно, чтобы больше было удовольствия от самой игры. Много на это времени надо, но, блин, время такая вещь, которая то есть, то нету. И не только от времени все зависит, а тоже и от желания, и от сложности. Но посмотрим, думаю, когда-нибудь я с этим справлюсь. Так или иначе, прогресс есть по сравнению с тем, что было до этого. Сложность конструкций, концепций, там, механизмов, она растет. В первую очередь, конечно, я это делаю для расширение кругозора, для самообучения, но и круто, когда вот это выливается в какой-то небольшой минималистичный проект, который, ну, является каким-то показателем продвижения. Ну, думаю, на этом все. Как-нибудь выйду на связь с новым видео позже.